Итак, у нас сейчас секция, которая называется «Корпоративный лифт», которая состоит, собственно, в представлении основных партнеров треков. На мой вкус, одна из самых интересных частей. То есть я сейчас изначально приглашаю представителей трех треков. Они, я так понимаю, уже заняли свои места на сцене. Это Power and Energy, All in Gas и Aerospace. Хочу представить своего замечательного сумодератора Алексея Соловьева, управляющий директор фонда «Простор Capital». У нас будет следующим образом строиться дискуссия. Партнеры будут очень коротко, у меня большая просьба очень коротко презентовать свои проекты, и Алексей будет задавать острые, я надеюсь, острые в меру вопросы. Вот. А я буду просто стоять и наблюдать за всем этим. Вот. Но для начала хотел бы дать слово представителю предакселератора Замиру Шухову, директору по маркетингу JVA Launch Gurus. Это партнер предакселератора Generation S. Замир, я что-то тебя потерял. А, вот. Скажешь два слова, да? У нас да. Микрофон есть? Для Замира. Ну, вроде бы микрофон есть. Добрый день, уважаемые коллеги. Говори, пожалуйста, громче, тебя плохо слышно. Коллеги, добрый день. Спасибо большое за звук в микрофоне. Мы буквально в течение там, нескольких минут представим, что из себя будет, в чем будет состоять программа предакселератора, как она будет взаимодействовать с основными треками, вот, и почему именно мы ею занимаемся. Я бы хотел попросить уважаемых коллег дать нам кликер, если можно, чтобы мы переключались. Спасибо. Он как раз рядом. Итак, в двух словах о JVA Launch Gurus. Значит, наша компания занимается активным построением экосистемы помощи предпринимателям и инвесторам. У нас три основных направления работы, которые сейчас очень активно развиваются. В первую очередь, это наши акселерационные программы, программы обучения предпринимателей. Второе направление, которое мы интенсивно развиваем, это собственные инвестиции. Мы недавно открыли пассивной фонд. У нас есть аффилированные с нами еще несколько фондов, которые инвестируют в стартапы. И третье направление – это наши программы для инвесторов и бизнес-ангелов, которые мы запускаем в ближайшем июне. Это программа обмена опытом, поездки в Кремниевую долину, погружение в экосистему там. Если говорить про достижения, то за последние три года через наши акселерационные программы прошли 164 стартапа. Сейчас у нас идет восьмой акселератор, и наши коллеги, вот пока мы с вами беседуем, уже направляются в Кремниевую долину для завершения своей программы там. Более 23 миллионов долларов прямых частных венчурных инвестиций было привлечено в эти стартапы за этот период. И общая капитализация компаний, которые прошли программу, порядка 121 миллиона долларов. Если говорить о нашей деятельности в экосистеме, то за последние 12 месяцев мы организовали порядка 100 деловых мероприятий, через которые прошли 15 тысяч человек. Это тоже является очень активной нашей частью. Мы делаем мастер-классы, воркшопы, различные бизнес-игры для предпринимателей, которые помогают им повышать свой уровень квалификации. Мы являемся оператором предакселератора, и это является стартом всего проекта Generation S. Конечно же, очень важно вовлечение всех наших партнеров, партнеров РВК в данный процесс. И мы сейчас вкратце расскажем о том, как он будет проходить. Значит, очень активная пиар-деятельность будет проходить по всем регионам России, включая и 20 зарубежных стран с проживанием русскоговорящего населения, откуда уже поступают заявки на участие в конкурсе. И информационная кампания покроет как минимум 100 тысяч человек. В ней будут участвовать, конечно же, и федеральные, и региональные СМИ. Если говорить про сам конкурс, то к нему привлекаются инноваторы, молодые предприниматели, стартаперы. И в нем будут участвовать также и опытные предприниматели, которые запускают несколько проектов. Если говорить про даты, как в начале сегодняшнего мероприятия говорили наши коллеги, прием заявок уже начинается с сегодняшнего дня, идет активно. Насколько я знаю, более 200 заявок уже есть на сайте. И будет продолжаться прием заявок на предакселерацию до 30 июня. С 1 июля начнется онлайн-часть предакселератора. Подробнее о программе содержания расскажет мой коллега. И с 15 по 25 августа пройдет мероприятие офлайн. Предварительно планируется, что оно пройдет в Москве, но есть еще несколько предложений от регионов, которые хотят провести у себя. Обязательно об этом заявим в ближайшее время. Теперь немножечко об онлайн-предакселераторе. Значит, это уникальная программа, которая проводится сейчас в режиме онлайн для того, чтобы
охватить максимальную территорию. Мы хотим, чтобы предприниматели со всей России и из других стран участвовали в этой программе, поэтому создается технологическая платформа, которая будет содержать в себе очень качественные видеолекции, тестовые задания и специальные домашние задания, которые будут оцениваться экспертами по ходу предакселерации. В проекте предполагается участие более 1000 стартап-компаний или инноваторов, которые придут со своими идеями. И, конечно же, по мере прохождения онлайн-предакселератора часть из них отсеется, другая часть, наоборот, усилит или улучшит свою идею и упакует ее уже в определенную бизнес-модель. Я бы хотел сейчас передать слово моему коллеге Данилу Козлову, который расскажет более подробно о программе предакселератора и немножечко о том, что будет происходить в офлайн-режиме. Пожалуйста, Данил. Спасибо, Замир. Коллеги, добрый вечер. Еще раз Данил Козлов, директор образовательных акселерационных программ JVA Launch Gurus. В рамках предакселератора перед нами стояло две цели. Первая – дать предпринимателям, которые заходят в предакселератор, какие-то базовые знания. И второе – провести, так сказать, диагностику их проекта, насколько они на данный момент, бизнес-модель и все ее блоки соответствуют нашим ожиданиям. Поэтому мы взяли 10 блоков, которые мы видим как основные. Это 10 блоков, которые являются с нашей точки зрения ключевыми для каждого стартапа. И мы собираемся провести наших предпринимателей через серию лекций, онлайн-тестов, которые помогут им подогнать свой стартап под вот эти 10 блоков. Соответственно, в рамках этих 10 блоков у нас будут как общие блоки, которые будут одинаковыми для стартаперов из всех треков, так и будут отдельные блоки, выделенные под конкретные треки. Поэтому мы и говорим, что у нас в целом будет больше 20 лекций в рамках этой программы. Соответственно, дальше, после того, как наши стартаперы проходят предакселерационную часть в онлайн, они переходят в офлайн-акселерационную часть. Это будет недельное мероприятие здесь, в Москве, в рамках которого мы будем работать уже здесь, на месте. Будет большой пул экспертов. У стартаперов появится возможность окончательно опробировать свою бизнес-модель, получить какую-то обратную связь от профильных экспертов в их сфере. У них будет возможность потренироваться в своем питче и выступить перед потенциальными ангелами-инвесторами, получить дополнительную экспертизу и получить гранты от партнеров. После этого наши коллеги переходят в уже сам акселератор, про который расскажут коллеги здесь. А мы хотим сказать, что на данный момент, вот в конце акселератора, у нас будет возможность предоставить нашим стартаперам очень большое количество мастер-классов, большое количество экспертизы и возможность получить какие-то уже гранты даже на этой стадии. Немножечко хочу сказать о команде, пару буквально слов. Это эксперты российские и международные, которые уже много лет работают в России. В общем, команда уже более 10 лет занимается развитием стартапов. Многие из этих имен вы знаете. Наверное, все. Я хотел буквально два слова добавить о количественных показателях. Если мы говорим, что на входе в предакселератор у нас будет порядка 1000 проектов, 1000 идей, то лучше 180-200 проектов попадут в офлайн-часть предакселератора. Поэтому конкурс, значит, на одно место примерно 5 человек. И после прохождения офлайн-акселератора и работы с экспертами в течение 5 дней примерно по 10-20 проектов попадут уже в акселерационную часть каждого из треков. И здесь, конечно же, очень интенсивная работа будет проходить на площадке, когда эксперты будут помогать проектам завершать всю основную подготовку и питч в самый финальный 5-й день будет проходить и оцениваться экспертами из всех треков и, конечно же, нашими корпоративными партнерами. Ну, в принципе, информацию по предакселератору мы закончили. Уважаемые коллеги, если будут вопросы, мы очень рады будем на них ответить. Спасибо. Да, спасибо. Давайте приступим к главному. Я даже не успел представить Анну Нинахову в веб-инновации, она уже здесь. Итак, презентация трека Power and Energy, Анна Нинахова. Я можно без должностей, потому что у всех очень длинные. Анна Нинахова, веб-инновации, Олег Калинко, Росгидро, Виталий Аникин, Кэс Холдинг. Пожалуйста, коллеги. Спасибо.
Я с радостью представлю вам наш трек «Современная энергетика» и кратко расскажу, в чем его особенности. Первая особенность, что нам удалось объединить крупнейшие энергетические компании, которые будут принимать активное участие в работе акселератора. Это крупнейший энергетический холдинг «Русгидро», это крупнейшая частная компания «КЭС Холдинг» и фонд «Энергия без границ» компании «Интеррау», который инвестирует в неокор-проекты в области энергетики. И сейчас я хотела передать слово Олегу Калинко из «Русгидро», Виталию Аникину из «КЭС Холдинга», который бы рассказал, какие стартапы мы будем искать и какие стартапы нужны энергетическим компаниям. Спасибо, Анна. Здравствуйте, коллеги. Ну, давайте посмотрим, чем нынешний Generation S трек Power and Energy будет отличаться от тех треков, которые проходили в предыдущие годы. Но прежде всего тем, что ключевой партнер этого трека – компания «Русгидро». И это много значит. Во-первых, ширина, да, потому что компания «Русгидро» – это 60% российской гидроэнергетики, и это вся энергетика Дальнего Востока в нашей дочке РАО «С Востока». А это означает, что нам интересны технические решения и технологии практически по всему спектру энергетики. Конечно, преимущественно в гидроэнергетике, но в том числе и тепловая энергетика, в том числе и возобновляемая энергетика, в том числе, если мы посмотрим на стадии работы компании «Русгидро», холдинга «Русгидро» вообще, да, то мы увидим, что в составе холдинга есть научные организации, есть проектные институты, есть компании, организующие строительство, есть компании и филиалы, которые обеспечивают эксплуатацию энергетических сооружений. Это показывает ширину запросов технологии, ширину наших потребностей в технических решениях по всему спектру. Ну и кроме этого, если мы посмотрим на территориальные особенности компании, да, то «Русгидро» — это прежде всего федеральная компания, и это позволяет нам собирать заявки по всей территории Федерации и быть заинтересованы в появлении стартапов на всей территории, в том числе преимущественно на территории Дальнего Востока, где эффект от внедрения современной технологии наиболее большой. Ну и если включить фактор времени как финальный, да, то мы увидим, что энергетические объекты «Русгидро» — это и те объекты, которые работают еще со времени реализации плана ГОЭРЛО, да, так и самые современные станции, там, Богучанская ГЭС, объекты возобновляемой энергетики, которые сейчас создаются нами на Дальнем Востоке. То есть, таким образом, спектр временных решений тоже достаточно широк, и это предполагает, что нам потребуются различные технологии на разных стадиях. Да. Следующий слайд. Здесь теперь давайте попробуем немножко заузить и сфокусироваться, да, заузить ту систему, которую вот границы мы обозначили. На этом слайде я прежде всего хотел бы сказать, что кроме «Русгидро» партнерами трека являются и «КЭС Холдинг», как Анна уже сказала, это крупнейшая российская частная энергетическая компания, и это достаточно красивый и интересный вызов для нашего трека, потому что мы можем не только в государственную энергетику внедрять инновации, но и в частный бизнес. Это здорово. Ну и кроме этого, вторая крупнейшая энергетическая компания в тепловой энергетике — это «Интеррау ЕС», которая представлена фондом «Энергии без границ». Ну и здесь на этом слайде представлены те приоритетные направления, которые мы с партнерами и коллегами согласовали, по которым мы будем преимущественно отбирать заявки. То есть еще раз, да, систему рассматриваем очень широко и в масштабе всех технологий и всей страны, но приоритеты будут отданы именно этим направлениям. Спасибо. Виталий. Да, добрый день, коллеги. Я благодаря тому, что коллеги уже прорекламировали «КЭС Холдинг», я меньше скажу о нем, хотя мы действительно частная энергетическая компания с выручкой более 300 миллиардов рублей. Более 25 миллиардов мы тратим на инвестиции. При этом, на самом деле, все, что можно отнести к инновациям из этой суммы, это значительная величина, больше 15 миллиардов рублей. Но хотела я сказать о другом. Странно, но мы при этом, например, на взаимодействие с стартапами тратим очень мало и времени, и денег. То есть у нас за последний год только есть опыт работы с двумя стартапами на сумму, измеряющую там, десятками всего миллионов рублей. И вот если вспоминать предыдущие дискуссии,
Удивительно то, что вот к нам никто не приходит из стартапов. То есть не было ни одного захода к нам, чтобы кто-то пришел и сказал, что вот у меня есть продукт, который я готов вам предложить. Что для нас достаточно странно. Мы пытаемся найти это сами, благодаря вот Сколково, благодаря клубу директоров по инновациям. Вот. Но вот такой активности от стартапов мы, если честно, не видим. Вот. И мы очень надеемся, что вот такие площадки, они позволят соединить в себе нас, как нас называли уже сегодня большие корпорации, и те небольшие стартапы, которые могут смело, нагло, но заявить о себе и попытаться продать нам продукт. А вот с точки зрения продукта, если честно, я с одной стороны согласен с коллегами, которые сегодня ранее говорили, что приходить к нам нужно с продуктом, но мне бы казалось, что важен не только продукт, а умение его продавать. А вот тот опыт, который мы имеем с стартапами, к сожалению, показывает там картинку такую, что коллеги приходят с бурными идеями, с неоцифрованными, которые просто сложно нами воспринимаются, и поэтому вот сам механизм продажи, который мы видим там в ежедневной нашей жизни, там в магазинах, в салонах и так далее, которые доставляют нас, собственно, продавать, покупать даже зачастую то, что нам не нужно, так вот стартапы даже то, что им нужно, себе продать не могут. Поэтому мне очень хочется верить, что вот в рамках этого замечательного механизма мы сможем совместно придумать и формат взаимодействия, и, собственно, найти те проекты, которые нам интересны. А перечень действительно широк. Мы тоже достаточно... У нас есть большая востребованность в технологиях и по тепловой энергии, потому что мы крупнейший производитель тепла в стране и даже в мире, как это ни странно, потому что понятно, что так холодно, как у нас, больше нигде нет. Вот, у нас широкий спектр, более 60 электростанций, которые производят электроэнергетику. Мы представлены и в ЖКХ, и в водоканалах. Поэтому действительно там интерес с точки зрения инновационных технологий, инновационных процессов для нас достаточно важен. И, пожалуй, с учетом того кризиса, который мы наблюдаем, даже в отдельных областях критичен. Поэтому я, если честно, хотел бы программировать не нас, а трек, и пригласить стартапы активнее участвовать, предлагаться. С точки зрения восприятия информации мы точно открыты. Спасибо. Спасибо. Также, помимо тесной кооперации с корпоративными партнерами, мы считаем, что предпринимательству можно научиться. И в рамках своей акселерационной программы в большей степени мы будем уделять внимание на отработке практических навыков. Набор навыков этих просто для того, чтобы стартап запустить успешно, это управление персоналом, формирование продукта, запуск продукта, организация производственной площадки, умение работать с венчурными фондами и грамотно распределять финансовые ресурсы. Все эти темы и практическая отработка этих навыков будет основа нашей акселерационной программы, которая будет состоять из трех частей. Первая очная часть, где мы посвятим сбору требований для стартапа со стороны корпоративного сообщества и венчурного сообщества. Потом в дистанционном режиме и в индивидуальном порядке с каждым стартапом будут работать менторы и эксперты для того, чтобы подтянуть бизнес-модель и вообще проект в целом. Для того, чтобы уже в третьей части нашей программы мы смогли презентовать совместно со стартапами его продукцию, технологию, как корпоративным заказчикам для продажи продукции, так и венчурным фондам для того, чтобы привлечь инвестиции для развития. В итоге победители получат корпоративные призы от партнеров в целом акселератора Generation S и, в частности, индивидуальные призы от наших корпоративных партнеров. Это в первую очередь интеграция в их корпоративные здания, в корпоративную среду, общение с их ответственными лицами, те, кто принимает решения о закупке продукции. Наша команда состоит из людей, которые когда-то организовывали R&D-клуб, и сейчас уже совместно в партнерстве мы решили создать, продолжить эту тематику и создать акселератор, в первую очередь направленный на то, чтобы обеспечить взаимодействие стартапов с потенциальными потребителями продукции. Кроме этого, партнерами у нас являются различные фонды и экспертная организация, в частности, фонд УК «Лидер», который специализируется именно на инвестициях в энергетические стартапы.
Кроме этого, особенность нашей команды заключается в том, что в нее интегрированы активно эксперты из корпоративного сообщества. Вы их можете увидеть на слайде, которые активно участвуют в формировании критериев отбора стартапов, что для нас является важным, а также которые активно участвуют в формировании самой программы. Соответственно, управляющий директор у нас Татьяна Строганова. Пожалуйста, приветствуйте, и будем рады ответить на любые вопросы. Да, спасибо. Я не знаю, есть ли у тебя вопросы. Есть? Я думаю, уже в конце. Хорошо, в конце. Я очень прошу всех немножко оперативнее отвечать. Если мы будем так долго, то ну, будет не здорово, у нас вопрос времени останется. И тогда я презентую следующий трек «Oil and Gas». Ильгизар Якушев, «Татнефтехим Инвест Холдинг», Павел Королев, «Пульсар Венчур Капитал». Это, конечно, Павел будет презентовать, да? А? Кликер можно, только я не знаю, у кого он. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, я рад. Я рад приветствовать вас всех. Павел Королев, руководитель группы компании Pulsar Venture. Мы рады представить вашему вниманию наш трек «Нефть Oil», который в этом году мы будем в рамках Generation S реализовывать и, я надеюсь, в рамках вашей активной поддержки. Нефтяная отрасль в мире в целом и в Российской Федерации является одной из наиболее наукоемких, инновационно емких отраслей. Более 150 лет, как активно углеродное сырье, нефть и газ осваиваются, это основной источник потребления инноваций и основной движитель развития экономик стран, в том числе и нашей. Но за эти годы происходят очень серьезные изменения как технологических укладов в рамках данной отрасли, так и людей, которые работают. Изменяются поколения, изменяются люди, поэтому сейчас в целом эта отрасль является одной из наиболее инновационных как с точки зрения технологий, так и с точки зрения людей, которые в ней задействованы. Следует сказать о том, что общие затраты на инновационную составляющую, на НИОКР для нефтяной отрасли в мире составляют более 16 миллиардов рублей, долларов, извиняюсь. Что является колоссальной суммой, которая является стимулирующим фактором ежедневного, ежечасного изменения тех технологических режимов, которые происходят в этом секторе. Поэтому нас заинтересовала возможность участия в данном проекте, потому что мы видим очень большие драйверы роста и драйверы, стимулирующие развитие инновационной деятельности для предприятий нефтяной отрасли. В этом году в рамках нашего проекта мы достаточно широко будем смотреть на отрасль и искать проекты, которые будут представлены нашим корпоративным партнерам и отраслевым предприятиям в России. Мы будем смотреть предприятия, начиная от переработки нефти, заканчивая транспортировкой, энергосберегающими технологиями в рамках использования углеводородного сырья, а также геологоразведка и метрология для данной сферы. То есть смотрим достаточно широко, потому что многие из проектов, они имеют синергию с другими областями, и это не стоит зажимать в рамках определенных рамок. Также очень большой акцент мы делаем на то, чтобы экологический фактор модернизации отрасли был задействован и в тех технологиях, которые мы будем рассматривать в тех проектах. Не секрет то, что сейчас нефтяная отрасль в целом стремится быть более экологичной и созидательной для мира, и мы также в рамках своего проекта будем стремиться к тому, чтобы те проекты и те технологические решения, которые мы будем отбирать, они проходили через этот критерий. Безусловно, то, что нефтяная отрасль, она достаточно четко сформулирована в виде корпораций, малый бизнес очень слабо интегрирован в нее, поэтому при отборе проектов, с которыми будем работать, будет больше сделан акцент на степень готовности тех проектов, которые будут на нее заявляться. Нам интересны те технологические решения и в первую очередь команды, которые готовы к разговору с корпорациями на предмет внедрения в них и реализацию как минимум пилотных проектов и заканчивая уже, может быть, лицензированной технологией или внедрение своих решений на предприятия нефтяной отрасли. Нашим корпоративным партнером является «Татнефтехим Инвест Холдинг». Это предприятие из Республики Татарстан, которое представляет собой все нефтегазовые предприятия Республики Татарстан. Оно от лица правительства Республики Татарстан как раз является акционером в этих предприятиях и в целом стремится к тому, чтобы стремиться реализовать программы развития нефтегазохимической отрасли Республики Татарстан. В группу холдинга входят такие предприятия,
как ТАИФ, ТАНЭКО, ТАТНЕФТЬ. Это лидирующие предприятия в нефтяной отрасли не только в России, но и в Восточной Европе, и по некоторым видам продукции даже и в мире. Мы, Pulsar Venture Capital, это группа компаний, в которую входит венчурный фонд частный, в который входят акселераторы, которые мы проводим в России, и также группа, которая занимается технологическим брокерджем по взаимодействию с технологическими корпорациями. Наша инвестиционная стратегия включает в себя IT и Industrial. Мы имеем достаточно глубокую экспертизу в области Industrial. В том году мы успешно провели совместно с РВК в рамках Generation S Industrial Track. В этом году решили больше сфокусироваться на нефтяной отрасли, потому что исторически в ней достаточно неплохо понимаем и имеем хороший экспертный корпоративный пул партнеров. Также мы привлекли для реализации этого трека и наших интеллектуальных партнеров, которые в данном случае представлены четырьмя структурами. Это Казанский федеральный университет, это Казанский научно-исследовательский технологический университет КХТИ, Альмитский нефтяной университет и Всероссийский научно-исследовательский институт углеводородного сырья, который очень активен и известен в России и в мире. Он только за последние пару лет около 6 заводов на российских технологиях построил в Middle East, в арабских странах. Команда нашего трека объединила в себя представителей наших корпоративных интеллектуальных партнеров, то есть всего более 15 человек, из которых есть представители как нефтяных предприятий, так и образовательных структур, ну и так и инвестиционных. Из моих партнеров здесь присутствует Сергей Митрофанов, который также активно со мной участвует в развитии данного проекта. Сам по себе проект, который мы видим, он больше будет нацелен не на образовательную составляющую, а на практическую работу, больше похожую на инжиниринг, связанную с тем, чтобы технологические проекты, которые заявлялись на наш трек, получали в рамках работы с нами фидбэк и экспертную поддержку со стороны корпораций, но что более важно, отработку возможности интеграции, внедрения или построения пилотных проектов. Поэтому помимо классических элементов акселерационных программ у нас также будут заложены модули, связанные с тесным взаимодействием с корпоративными партнерами, в большей степени непосредственно на их площадях. Ну и также мы планируем очень активно быть интегрированы в регионы, планируем в рамках поддержки данного проекта, совмещая с работой предакселератора, провести свой собственный региональный тур по основным точкам боевой славы нефтяной отрасли Российской Федерации и собрать оттуда проекты тоже. Несмотря на то, что в нашем проекте в основном предприятие нефтяной отрасли Республики Татарстан, также у нас есть отношения с крупным нефтяным бизнесом Российской Федерации. Мы планируем, что участники наших акселерационных программ не будут только интегрированы в рамках татарстанской нефтяной экосистемы, но также и для них будет открыта возможность кросс-платформенного общения с разными корпорациями, что зачастую возможно, если уже есть продукт, если есть технологии. Мы уверены, что нефтяная отрасль Российской Федерации является важным стимулом общей инновационной модернизации нашего общества. Мы видим высокую степень готовности инженеров и ученых и предпринимателей малого среднего бизнеса, которые к этому готовы. И мы призываем вас, инновационное сообщество, к активной поддержке нашего трека и призываем вас активно участвовать в нашей работе. Спасибо большое. Спасибо, Павел. Я приглашаю представителей трека Aerospace, Дмитрий Иванов, НПУ «Сатурн», Сергей Богданов, НПРЦИ, представить свой трек. Не устаю намекать на сжатость выступления. Мы лучше на вопросы это время потратим. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы постараемся быть краткими. Меня зовут Сергей Богданов. Я представляю региональный центр инноваций Самарской области. Мы являемся оператором трека Aerospace, трека высоких технологий в аэрокосмической отрасли. С одной стороны, аэрокосмическая отрасль абсолютно точно является одной из самых наукоемких и одной из самых высокотехнологичных отраслей. С другой стороны, эта отрасль очень закрытая. Поэтому, на наш взгляд, абсолютно очевидным является необходимость создания корпоративных акселераторов именно в аэрокосмической отрасли. Основным партнером нашего трека является научно-производственное объединение «Сатурн». Собственно, хочу передать с удовольствием слово Дмитрию Иванову, директору по инновационному развитию. Добрый день, коллеги. Меня уже представили, представляться не буду. Перейдем к о том, собственно говоря, почему мы занимаемся этим треком и какие мы ждем стартапы. В первую очередь хочется сказать то, что компания «Сатурн» — это компания, которая находится на глобальном рынке,
И мы смотрим в первую очередь стартапы и проекты, которые тоже ориентированы на глобальный рынок и готовы работать в нем. И ставят своей задачей не как бы зайти в госкомпанию с точки зрения продать ей чего-нибудь, да, там, чтобы компания получалась, а ориентируется, что на этом будет строиться дальнейший бизнес, который будет становиться глобальным. То есть мы готовы быть первыми, но не готовы быть последними, если так вот сказать. Следующий момент. Готов ли рынок к этому? Ждут ли вас как стартапы на этом рынке? Я сегодня уже показывал вот этот слайд, цепочку создания ценности в аэрокосмической отрасли. Здесь есть очень интересный момент. Это поставщики третьего нижнего уровня. Мы видим, что с точки зрения экономики они находятся под очень большим гнетом и находятся в неустойчивой ситуации. Это означает то, что идет смена технологического поколения, и рынок готов к приходу новых стартапов, к приходу новых компаний, которые будут выстраиваться по другой экономической модели, соответственно, замещая те, которые относились к старой, предыдущему поколению экономики. Какие направления мы ищем? Какие направления мы ждем, какие технологии. На самом деле здесь на слайде отображено как бы 4 направления. Это все, что связано с обработкой материалов. Это создание и, собственно говоря, самих новых материалов. Это робототехника, это большие данные, это различные расчеты, оперирование этими данными. Достаточно большой спектр. Возможно, мы чего-то здесь не указали. Поэтому если вы считаете, что ваш проект, ваша идея, она нам нужна, приходите, не смотрите на вот эти вот формальные показатели, мы будем рады обсудить с вами новые идеи, которые, может быть, мы не видим и не понимаем. В качестве вот такого небольшого примера, опять-таки же, мы являемся компанией производственной, то есть наш конечный продукт – это газотурбинные технологии, это различные двигатели различного применения. Вот таким образом, те, как бы, казалось бы, разрозненные направления могут концентрироваться с точки зрения нас как заказчика. Вы можете посмотреть на этом слайде. Это может быть какой-то этап технологического процесса, это может быть какая-то услуга, это может быть какой-то новый вид бизнеса, который основывается на нашей продукции. Мы готовы смотреть все эти компоненты, и не только эти. К сожалению, здесь все-таки мы показываем больше производственную составляющую. А аэрокосмический рынок, он очень большой, если вы можете смотреть не только на производственную составляющую, да, а и на составляющую, связанную с услугами, это и бизнес аэропортов, это бизнес авиакомпаний. То есть на самом деле мы работаем на рынке, который в конечном итоге работает на вас, как на потребителя, на человека, который садится в самолет и летит куда-то. Да. Соответственно, вот любой элемент этих технологий, он может быть для нас интересен, поэтому мы будем рады с вами работать. Какие проекты, какой степени готовности мы ждем и что, собственно говоря, мы готовы этим проектам предложить? Как индустриальный партнер, наверное, у нас не очень много денег, зато у нас очень много компетенций. Мы знаем, как создавать серийный продукт, мы знаем, как научную разработку доводить до стадии серийного продукта, мы знаем, как выходить на зарубежные рынки. Мы знаем, как проводить сертификацию этих продуктов. Мы можем быть тем плечом, на который стартап, оперевшись, может взлететь на небывалые высоты, выйти на глобальный рынок. Собственно говоря, не надо ждать от индустриального партнера каких-то там капитальных вложений. Наверное, это не наша суть. Наша суть – помочь вам стать бизнесом. И это мы готовы делать именно производственным, промышленным бизнесом. И это мы готовы вместе с вами делать. Что получит компания? Компания получит, безусловно, уникальные знания, компетенции, опыт общения с одной из ведущих компаний России. Это безусловно. Безусловно, компании, которые будут нам интересны, они получат в первую очередь нашу индустриальную помощь в виде пакета. В зависимости от того, на какой стадии развития находится проект, этот пакет может быть разным. Вот научно технологических, технических консультаций, экспертизы какой-то научной, до развития производства, до масштабирования его. Это может быть различный подход. Плюс ко всему к этому мы не останавливаемся на том, что мы хотим привлечь еще наших партнеров по бизнесу. Это французская компания Snecma. Возможно, какие-то из элементов
этого трека будут им тоже интересны. Собственно говоря, это наша вот тоже следующая идея. Мы будем об этих новостях вам сообщать обязательно. Ну и дальше я хотел бы передать слово обратно Сергею, чтобы он рассказал несколько слов о том, каким образом мы будем развивать стартапы, которые попадут в наш трек. Да, ну, собственно, образовательная программа у нас будет состоять из двух блоков. Первый блок общий, состоит из воркшопов, из работы в группах. По сути, блок направлен именно на аэрокосмическую отрасль, будет 15 тем. И задача сделать так, чтобы стартапы разговаривали с корпорациями на одном языке. После этого стартапы поедут на стажировки уже на площадке корпораций. Ну, собственно, сами стажировки будут строиться в индивидуальном порядке. Ну и еще пару слов про команду проекта. Мы, как Институт развития Самарской области, имеем богатый опыт проведения образовательных мероприятий, в том числе акселерационных программ. У нас в Самарской области аэрокосмическая отрасль является одной из основных, и крупнейшие корпорации аэрокосмического кластера будут, безусловно, тоже участвовать в акселераторе. Мы крайне рады тому, что наш основной корпоративный партнер, корпорация «Сатурн» из Ярославской области, максимально вовлечена в работу акселератора. Ну и все вместе мы говорим стартапам «Поехали!». Спасибо, коллеги. У нас сейчас будет небольшая смена состава, поэтому, Алексей, если у тебя есть комментарии к коллегам, которые здесь собрались, то лучше сейчас. Если нет, то можем в конце просто дать тебе такой саммари сделать. Как сейчас нужно? С разрешением задал несколько уточняющих вопросов, уважаемые коллеги. Во-первых, спасибо, было интересно послушать. Простор Capital, он фонд такой больше специализирующийся на IT и интернет, и не имеющего отношения никаким глобальным корпорациям, поэтому вдвойне было интересно сравнить то, что происходит в нашей вселенной и вашей вселенной. Вот. Значит, у меня вот первый вопрос на понимание, и, возможно, у некоторых представителей проектов он здесь тоже крутится. Все вы говорили о очень тяжелых технологиях, которые напрямую связаны с вопросами энергобезопасности, напрямую связаны с безопасностью в области транспорта, например, или внедрение которых требует много-много лет и много-много денег. Однако, как мне кажется, все те проекты, которые попадают вот на эти треки, они достаточно молодые, и им до появления конкретного устройства или до появления конкретной технологии, которую можно было бы закупить конкретным, например, энергетическим предприятиям, им нужно пройти очень длинный путь. Как, по-вашему, должна быть устранена вот эта коллизия? В том смысле, что этот путь, он же не бесплатный, на него нужно где-то деньги найти. А я так понимаю, что подавляющее большинство операторов трека, они не готовы на текущий момент инвестировать в эти компании, то есть давать им деньги, а готовы им помогать экспертизой, связями, давать им площадку для какого-то тестирования и так далее и тому подобное. То есть мой вопрос заключается в том, как довести вот эти молодые стартапы из этих треков до точки, в котором они могут выпустить на рынок реальную технологию, которую можно закупить, реальная, например, нефтеперерабатывающая компания или нефтехимический завод, и поставить в реальную производственную цепочку. Можно на любом примере из любого трека, потому что вопрос одинаковый ко всем. Да, я вижу. Микрофон. Сразу. У вас есть микрофон, можете отвечать. Можно, да, я. А, получилось. Просто слово «нефть» было, у меня сразу индексация. На слово «нефть» возбудились или что? Сразу среагировал, принял как личный вопрос к себе. Ну, во-первых, в рамках акселерации мы не сможем решить всю проблему инновационной экосистемы России. То есть, безусловно, на индустриальных компаниях со стадии сида до промышленного внедрения очень большой долгий путь. То есть мы будем стремиться отбирать проекты, которые уже готовы к разговору с корпорациями. То есть у них, как правило, должна быть стадия завершенной интеллектуальной собственности, которую можно там как для коммерческого оборота применять при разговоре с корпорациями. Самое главное, есть уже или опытный образец, или если это оборудование, или технологии, которые уже апробированы. В этой связи как бы это, конечно, будет небольшая выборка, то есть мы видим, что это будет не со всего потока компаний 10-15, может быть, не более, то есть это будет качественная работа, направленная на то, чтобы именно довести до конечного результата. То есть уйти от того, что люди обменяются визитками и скажут, что интересно, там через 10 лет вернемся, а больше как раз сделать зацепку. Последний шаг, вот здесь с точки зрения, вот хороший вопрос очень был. Действительно, без инвестиций невозможно даже в этом случае будет довести этот вопрос, поэтому
Мы в рамках своего трека предусмотрели партнерство с региональным инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан, который готов выделять государственную грантовую поддержку для компаний для доведения продукта до нужд отрасли. Также есть договоренность с представителями нефтяной отрасли, который готов со своей стороны делать короткие договорные отношения для того, чтобы ребята фактически довели продукты до их требований. То есть без этого не получится ничего. То есть... Далее, пожалуйста. Не слышно вас только. Вас микрофон. Алло. Да, спасибо. Я бы дополнил, потому что для энергетики ситуация немножко по-другому выглядит. Энергетика во всем мире сейчас стоит в состоянии низкого старта перед прыжком в новый технологический уклад. И этот прыжок, он требует радикального изменения ряда технологий, ряда технических решений, организационных решений, системы управления энергетики. И его нужно готовить. Если мы сегодня не начнем готовить, не начнем создавать какие-то стартапы, которые будут подгонять необходимые технологии, то российская энергетика в новый технологический уклад никогда не перейдет. И поэтому для нас принципиальная важность этого трека заключается в том, что мы хотим вокруг энергетических компаний, вокруг сектора создать некую инновационную экосистему. Некую экосистему, которая будет поставлять готовые решения на выходе в виде продуктов, но на входе у нее действительно технологии. И вот этот гэп между технологией и продуктом мы предполагаем закрыть некой инжиниринговой деятельностью энергетических компаний, институтов развития, государственных каких-то организаций, пока не ясно кого, но ключевые слова – это системная технологическая интеграция. Да? То есть те структуры, которые будут создавать из технологий продукты. Из технологий продукты, которые позволят перейти в новый технологический уклад. Этот трек – это некий прообраз того, что мы хотим сделать. И поэтому для нас это очень важно. Да, Виталий, пожалуйста. Так, я немножко поприземленнее. Вот. На самом деле энергетика, она действительно многогранна и сложна. Вот. Есть действительно сложные технологические процессы, оборудование. И здесь мы, кстати, я вот с удовольствием узнаю, если кто-то помог Сатурну найти там, какие-то технологии, это газотурбинные установки, которые они имеют, продвинуть вперед. Но с другой стороны, есть простые примеры. Вот мой любимый пример – компания про тепло. Вы все смотрите телевизор, там дня не проходит, чтобы где-то не порвалась труба, не было скандала и так далее. Вот кто в этой стране или в другой стране придумает технологию ремонта труб, не выкапывая их, вот в газовой промышленности такие технологии есть, станет мультимиллионером. Вот welcome. Кто придумает, приходите, мы готовы это профинансировать. С точки зрения практической ценности, вот два проекта, о которых я говорил, у нас было два опыта за последний год. И это очень мало на самом деле, но с точки зрения подходов. Первый подход простой. Мы взяли стартап, дали ему заказ на его инновационную разработку теплообменника, дали ему площадку, оплатили ему на самом деле контракт на поставку этого оборудования. Сразу скажу, проект оказался не совсем удачным, потому что заявленные характеристики не зашли до нужных там вещей. Ну и плюс там у них был конфликт корпоративный между акционерами, и мы, к сожалению, на выходе ничего не имели. Но вот это формат, где мы готовы предоставить эту площадку, и если технология... исходя из оценки и требований к оценке, которые есть, подходят, мы готовы и оплачивать пилотный проект. Это первый формат. Второй формат, который мы делали, там совсем, ну, условно, на уровне, извиняюсь, космических технологий. Коллеги к нам пришли с технологии там, трансзвуковой передачи тепла, там, внедрение значит, в тепловой носитель волн, который увеличивает... там, сложный процесс, мы в него не совсем поверили, но хотя у них вот на закрытой системе они нам показали, это работало. Мы нашли вместе партнера, это я не буду называть, но это одна из небольших венчурных компаний, которая выступила партнером у стартапа, и мы, собственно, с помощью них сделали пилот. Вот. И пилот сейчас, кстати, заканчивается, гораздо более успешным проект, чем предыдущий. Вот. Он, во всяком случае, те требования, которые мы для себя ставили, заявленным, фактически будет соответствовать, и большая доля вероятности, что мы начнем его тиражировать. Поэтому, мне кажется, вот при всей такой индустриальности и большого размера крупных компаний всегда есть какой-то участок, где можно небольшими решениями принести большие деньги. Я хотел бы согласиться очень с Виталием по этому вопросу. И, в принципе, он практически все, что я хотел сказать, сказал. Но действительно, несмотря на то, что
компания большая, и продукт он достаточно высокотехнологичный. Везде есть элементы технологических процессов, которые являются на самом деле маленькие. Там. И в качестве примера, ну, например, система, такой был стартап, была такая компания, она анализировала вибрации на станке при обработке, со сложной профильной обработке деталей, и предлагала более совершенный алгоритм, за счет чего снижалась износ инструмента. Да? Там это 20-30% на самом деле при той энергозатратности, которая существует в наших технологиях, это достаточно существенная экономия. Да? И как бы это, вот, это те проекты, которые мы тоже ждем. По поводу того, что вот денег не готовы давать. Вы знаете, у меня вот за последний год ощущение такое, что вот деньги найти не проблема, а вот найти проект и экспертизу его провести – это гораздо большая проблема, чем найти деньги. Потому что бизнес, есть финансисты, есть бизнес, есть деньги, которые готовы вкладываться, но они не понимают, во что они вкладываются. И когда появляется индустриальный партнер, который говорит, да, это мне надо, это востребовано на рынке, это существенно снижает их риски, а если этот партнер и готов вкладывать свою какую-то компетенцию с точки зрения развития стартапа, это для него еще больше важно. Ну, мне кажется, очень существенный хороший ответ, да? И даже нечего возразить. Спасибо большое. Мы, наверное, сейчас делаем, как в хоккее, замену состава всех, кроме Алексея. Спасибо. Было очень интересно, действительно. А я приглашаю... Да-да, хлопать, пожалуйста. Представители следующих треков. Биотехмед, Smart City, Robotics и Телеком. Алексей, ну мне кажется, хорошая новость в том, что почти все попробовали уже с разным, я так понимаю, результатом, но, по крайней мере, пробуют это уже сам по себе. Хорошая новость. Коллеги, а можно вы потом будете визитками обмениваться и в каком-то другом месте? Музыка хорошая, надо уже присаживаться всем, кому интересны следующие треки. Они звучат очень интересно, на мой взгляд.
Итак, презентация трека Smart City. Юрий Васильев, гуру компании Morton, Александр Локтионов, Logo Group. Я так понимаю, что Юрия нет, да? Окей. У меня вот написано так. Тем не менее, трек Smart City, пожалуйста. Вас плохо слышно. Можно ли? Здравствуйте, уважаемые участники. Меня зовут Александр Локтионов. Я руководитель компании Logo Group. Со мной Татьяна Рыжкова, руководитель направления по работе со стартапами группы компаний Morton Русское техническое общество. Мы представим наш трек. Наш трек для всех, кто хочет сделать жизнь сегодня лучше. Сегодня задуматься о будущем жителей горожан. Мы широко смотрим на проблематику. Это все, что касается строительных материалов, все, что касается систем в ЖКХ, сети, все, что касается комфортного проживания в городе, новой инновационной дорожной инфраструктуры, безопасности в городе и, конечно, интернет вещей, то, что делает наш город современным и качественным для проживания. Откуда взялись все эти направления? Все эти направления появились не случайно. Они интересны всем крупным строительным компаниям, которые заинтересованы конкурировать в будущем не только на рынке строительства, но и на рынке управления систем ЖКХ в городе. И лидирующей компанией в этой области в России сегодня является группа компаний Morton. О нашей акселерационной программе мы запланировали ее таким образом, чтобы у участников была максимальная возможность как можно ближе узнать своего корпоративного партнера, познакомиться с требованиями крупных компаний. На первом этапе участников ждет краш-тест, а именно знакомство с представителями корпоративных партнеров, с экспертами. Мы хотим взять как можно больше проектов, то есть формально это 10 проектов, но мы возьмем больше и поработаем со всеми проектами в заочном этапе. И 10 лучших, которые проявят себя на этом этапе, мы пригласим в очный корпоративный акселератор, который пройдет при тесном взаимодействии с нашими корпоративными партнерами РТО и группой компаний Morton. Мы планируем посетить интересные объекты, которые сейчас развиваются в рамках группы компаний. Это новая дорожная инфраструктура, планирование магнитных подвесных дорог, это утилизация новой технологии твердых бытовых отходов, это новая инновационная дорога, которая сейчас делается совместно с проектом ФТИ. И по результатам двухнедельной работы мы надеемся, что мы найдем общий язык. Те предприниматели, которые захотят дальше работать с группой компаний Morton, смогут договориться о будущей сделке с нашим корпоративным партнером. В отличие от тех вопросов, которые мы обсуждали, группа компаний Morton уже сейчас определилась, что они хотят инвестировать в стартап-проекты и уже зарезервировала бюджетные инвестиции. Мы надеемся, что наша программа закончится инвестиционной сделкой для того, чтобы дальше развивать проекты. Но это еще не все. Для всех проектов, которые будут участвовать в акселерационной программе, мы приготовили интересную тематическую программу в крупнейшем центре инновационного развития в Германии, Адлерсхоф в Берлине. Этот центр кластерного развития уже сейчас сам по себе представляет и содержит многие элементы умного города. Многие немецкие компании являются партнерами данного центра, группа компаний Volkswagen, компания Siemens и так далее. Мы планируем, что все участники, которые примут участие в нашем акселераторе, смогут посетить Адлерсхоф, найти новые партнерства, посмотреть на то, как мировые лидеры работают со стартап-компаниями и адаптировать свои проекты таким образом, чтобы расти быстрее и качественнее. Мы планируем все проекты представить инвесторам, широкой группе инвесторов позже 3 ноября на площадке с нашими партнерами. Инвестиционный форум Сетфорум со всеми участниками пройдет в Москве на площадке Московской биржи. И суперфинал, лучшие проекты, которые уже смогут анонсировать какие-то результаты, может быть, инвестиционную сделку с группой компании Morton, примут участие 20 ноября в суперфинале. Какие проекты нам интересны? В первую очередь, безусловно, это те проекты, которые находятся на стадии близкой к выходу на рынок или уже продают свою продукцию на рынке.
Безусловно, мы будем работать со всей целевой аудиторией вот, начального этапа и будем смотреть на те компании, которые способны быстро расти. Из нашей практики мы увидим, что растут быстро те компании, которые имеют инновационные технологические преимущества и сформированные команды. То есть мы будем нашим предпринимателям и будущим партнерам в этом помогать. Итак, 10 участников нашей программы смогут представить свои проекты членам правления группы компаний Morton на специальном эксклюзивном инвестиционном комитете, смогут представить свои проекты широкой аудитории инвесторов на международном инвестиционном форуме Seed Forum на Московской бирже, смогут посетить и изучить международную практику развития умных городов в мировом инновационном центре Adlershof в Германии. Безусловно, на протяжении всей работы мы будем готовить наших участников, участников нашей программы. Мы поможем им сформировать бизнес-планы. Для этого есть пул очень квалифицированных экспертов, которые умеют это делать. Поможем подать заявки на защиту прав интеллектуальной собственности. Поможем подготовить инвестиционные презентации. Три победителя мы рассчитываем, что смогут анонсировать о заключении каких-то договоренностей с партнерами или инвестиционной сделки по результатам. У нас есть такая цель. О наших партнерах мы сфокусированы в первую очередь на работу с корпоративными партнерами. Это, конечно, группа компаний Morton, которая поверила в этот трек, которая сформировала этот трек, и работу курирует первое лицо, основатель и президент группы компаний Morton. Русское техническое общество, R&D-партнер группы компаний Morton, это аффилированная структура, которая как раз и будет непосредственно работать со всеми проектами. Юрий Васильев, Татьяна Рыжкова, которая сегодня здесь представлены. Безусловно, наши партнеры из Московской биржи, которые поддерживают проект. И Seed Forum International Foundation, это крупнейший международный фонд по работе с инвесторами в 50 странах мира. И партнеры компании Logo Group, которые сегодня работают с проектами по всем регионам России. Со многими из вас мы знакомы, многие знают те сессии, которые мы проводим в рамках работы с РВК и отдельно по подготовке компаний к работе с профессиональными инвесторами. Я хотел бы передать слово Татьяне Рыжковой, которая более подробно расскажет о намерениях индустриального партнера и о тех проектах, которые есть. Спасибо. Добрый день, дамы и господа. Группа компаний Morton входит в тройку крупнейших застройщиков России по объемам застраиваемых площадей. Порядка 7,5 миллионов уже построено и постоянно строятся новые. Одно из, может, ну, не могу сказать, что какое-то отличие, но тем не менее, Morton одна из немногих компаний, которая практически все построенное берет в собственное управление. Соответственно, возникают вопросы, проблемы, связанные с управлением жильем, которые, может быть, там, ну, волнуют не всех застройщиков. Нас волнуют. Поэтому все проекты, которые связаны со строительными материалами, с отделочными материалами, да, там, оконные профили, как нам часто их предлагают, всевозможные услуги ЖКХ, мусоропереработка, качественные сооружения и так далее. Как уже говорилось в первой части, в том числе транспорт. Да, собственный транспорт развивает Morton ровно потому, что в основном строят в Москве и Московской области, причем строят достаточно крупными районами, а транспортная доступность, сами знаете, какая. Соответственно, для того, чтобы повышать привлекательность жилья, нужно как-то решать в том числе и транспортную проблему. Решили не ждать милости от природы и государства, а попробовать решить их самостоятельно. Как вы знаете, строительная отрасль, она достаточно консервативная, видимо, поэтому достаточно редко появляются треки, подобные этому, да, что вот где-то ждут стартапы, связанные со стройкой. Вот мы ждем, мы готовы ждать такой шанс, мы действительно ставим своей целью профинансировать несколько проектов, которые будут наиболее интересны. Профинансировать ли, если это технология, или, может быть, там закупать продукцию, если это продукция. Всех ждем. И, ну, помимо той образовательной программы, которая подготовлена достаточно интересно, экспертиза профильная, отраслевая, и возможность для инвестирования. В отличие от тех корпораций, которые были перед нами, да, в которых действительно очень сложные системы принятия решений, наша группа компаний, она частная, поэтому иногда решения принимаются просто буквально за одну минуту. Поэтому ждем, будем рады.
Спасибо большое, коллеги. Следующий трек Robotics, Александр Моисеенко, Сбербанк технологий, Евгений Плужник, Московский технологический институт. Пожалуйста, кто будет презентовать? Кликер, да. Раз. Все, отлично. Да, коллеги, добрый день. Остались самые выносливые, да, 5 часов подряд слушать про треки инновации. Это, наверное, не так легко. Сегодня вместе с нами в зале всего один робот. В нашем понимании, что в ближайшие 10 лет их будет становиться все больше и больше. И тем самым они будут нам облегчать жизнь. Начну с цифры года. По прогнозам компании McKinsey, экономический эффект от роботизации Земли к 2025 году будет составлять порядка $4.5 триллиона. И, собственно, многие отрасли и многие сферы жизни будут полностью роботизированы. На данном слайде я остановлюсь на тех отраслях, которые будут роботизированы с вероятностью единица. В частности, это сельское хозяйство, это продажи, это всякого рода логистика, автомобильная, авиационная, железнодорожная логистика. Также это различные услуги. Основные направления отбора проектов «Наш трек» совместно со Сбертехом – это автоматизация технологических процессов промышленных производств и сервисов, разработка управляющих интеллектуальных навигационных систем различных подвижных объектов, прикладные интеллектуальные программные средства обработки данных, робототехника в домашнем хозяйстве, в быту, в том числе системы автоматического контроля и робототехнические решения в горной промышленности. Партнерами трека являются со стороны университетов Московский физико-технический институт, со стороны корпораций Сбербанк технологии, со стороны предыдущих победителей Generation S, компания Promobot. Команда проекта, мы, собственно, рады, что Сбербанк технологии решили выступить корпоративным партнером данного трека. Это Мельникова Алиса и Моисеенко Александр. Вы можете задать вопросы, собственно. Ну и от МТИ я не буду всех перечислять. Понятно, что. Критерии отбора проектов акселерационная программа будет обучать, в нашем понимании, в первую очередь различным технологиям в области робототехники. Ну и, безусловно, она будет включать и блок, посвященный технологическому предпринимательству. Технологический блок будет включать в себя обзор современных систем автоматизации, мехатроника, датчики, цифровая обработка сигналов, идентификационные системы, промышленные системы и законы управления, интеллектуальные методы, материалы и обработка материалов. По бизнес-аспектам, в общем-то, не буду останавливаться подробно. Стартапам, которые примут участие в данном треке, победителям данного трека, собственно, они получат денежные призы и гранты от партнеров трека. 5 проектов смогут разместить публикации в международном издании, и победитель трека отправится на DARPA Robotics Challenge в Калифорнию в 2016 году. Всем участникам, независимо от того, победят они или не победят,
Это обучение от экспертов по робототехнике дадим. Представим проекты потенциальным партнерам и инвесторам. Ну и, собственно, постараемся организовать знакомство с реальными технологическими процессами или сервисными процессами, будь то, не знаю, в банкинге, на выставках, в производственных компаниях и так далее. Собственно, все. Если есть вопросы, я готов ответить. Да, большое спасибо. Я думаю, вопросы будут в конце. Мы дадим такую возможность задать эти вопросы. А я тем временем представляю следующий трек «Биотехмед». Оксана Жгун, высшая школа маркетинга. Ой, прошу прощения. Ольга Бабкина, заместитель проекта по научной работе Томского государственного университета. И Ирина Левинских, Джонсон Джонсон. Но Ольга будет представлять, да? Да, спасибо. Уважаемые коллеги, действительно, Томский государственный университет второй год подряд выступает оператором биотехмед. Я очень рада, что наших компетенций хватает на столь тяжелый, но безумно интересный трек. Нам очень приятно, что нам помогает российская венчурная компания, которая делает действительно просто невероятные вещи для формирования рынков. И я хотела немного сказать, что мы будем ждать в этом году от этого трека. Во-первых, необходимо сказать, что сами технологии, сам трек «Биотехмед», он весьма и весьма актуален. В центре нашего внимания это человек, его будущее, его долголетие, его прекрасное будущее желательно. И то, что человек есть центр нашей Вселенной, подтверждается тем, что у нас существует технологические платформы медицины будущего и биотех 2030, наши партнеры, которые готовы рассматривать проекты различных стадий и помогать финансировать их, что существуют комплексные программы развития как биотехнологии, так и медицины в Российской Федерации, и то, что данные вопросы биотехмеда включены в перечень, который будет обсуждаться в рамках национальных технологических инициатив. Если мы посмотрим... Если мы посмотрим на критерии отбора в трек, то мы увидим, что у нас есть определенные тематики, которые мы объявили в нашем треке в биотехмеде. И необходимо сказать, что это очень широкий тоже круг тематик. Но самое важное – это проекты, которые к нам придут. И в прошлом году, и в этом году для нас центральным звеном – это был разработчик, это его разработка и то, что мы можем для него сделать. Как в плане технологическом, так и в плане консультационном. Поэтому мы и в этом году также собираемся помогать нашим разработчикам, будь то разработчики Российской Федерации или стран СНГ, которые мы одинаково радушно принимаем, готовить проекты. Конечно, мы будем стараться нашим партнерам подыскивать проекты, которые находятся уже на стадии прототипирования, доклинических испытаний, но мы понимаем, что есть технологии, которые не могут дойти до такого уровня без существенной поддержки. Поэтому отдельная работа у нас будет как раз проходить вот в этом сегменте, найти интересные технологии будущего и понять, как мы можем помочь вырастить совместно с партнерами или совместно с венчурными фондами. И также для нас будет важно, чтобы все-таки профайл был заполнен, как бы там ни было, совместно с нашими партнерами по предакселератору мы будем стараться найти уникальные замечательные разработки, их планируется не менее 170 привлечь, помочь им заполнить профайлы, помочь им получить информацию из предакселератора и затем уже 10-20 разработок привести на нашу площадку, где мы будем работать с ними уже индивидуально. Самое главное в этой акселерационной программе – это фокус на разработки, которые уже сегодня могут войти в поле интересов наших корпоративных партнеров, я немного позднее скажу о них. И, конечно, вместе с нашими промпартнерами мы будем их отбирать, мы будем говорить, какие тенденции, что интересно действительно рынку, потому что наши партнеры очень хорошо знают рынок как биотехнологии, так и медицины. 14 дней интенсивной работы над проектом, индивидуальные консультации и выезды на технологические площадки, производственные площадки, которые мы организуем в конце октября, начале ноября этого года для всех наших проектов. Мы также собираемся провести интеграцию этого акселератора с двумя крупными мероприятиями, которые будут проходить у нас в Томске, это медицинским форумом и с конференцией промышленных партнеров Томского госуниверситета,
где дополнительно сможем представить не только партнеров заявленных, но еще и иных экспертов от иных направлений рынка. И в нашей акселерационной программе мы обязательно поможем разобраться с тонкостями защиты интеллектуальной собственности, исследования рынка, вывода на рынок именно в области биотехнологии и медицины. Мы обязательно сделаем воркшоп вместе с нашими партнерами и воркшоп с нашими венчурными фондами. Мы предполагаем, что мы все-таки будем привлекать в этом году венчурные фонды для того, чтобы они поняли, как могут они инвестировать, как они могут помочь дойти разработки уже до партнера, когда она готова быть внедрена. Если посмотрим на то, зачем к нам идти стартапом. Ну, во-первых, мы стараемся всегда создать для стартапа сказку, чтобы он пришел в акселератор, получил все необходимые знания в акселераторе, еще долго вспоминал, как было здорово ему в этом акселераторе, и с благодарностью и уважением относился к РВК, к нам как операторам трека и к нашим экспертам, которые помогли ему встать на ноги. Конечно, десятки часов бесплатного коучинга это довольно-таки дорого стоит, тем более от экспертов рынка. Мы готовы связать их с ведущими научными школами для того, чтобы они получили возможность доработать свою разработку, в том числе у тех, у кого еще не дотягивает технологическая стадия. Мы сделаем все, чтобы они получили экспертную оценку и взаимодействие с нашим промпартнером, экспертами рынка, которые скажут, как менее болезненно дойти все-таки до точки внедрения, тем более, что область у нас довольно-таки дорогая и долгоиграющая. И, конечно, возможность получить немного денег в карман всегда была приятна любому стартапу. Я бы хотела очень коротко сказать, что Томский госуниверситет – это университет, который, в центре которого всегда есть личность, и мы развиваем и личность человека, и технологии, которые он создает. Но очень важно – это наши партнеры, с которыми мы идем. Это очень гибкие компании, которые сегодня очень хорошо понимают рынок, которые готовы инвестировать свои знания, понимание рынка этого и помогать расти стартапам. Я бы хотела представить своих партнеров. Компания «Фармконтракт». Андрей, пожалуйста, сюда и пару слов. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю химическое подразделение группы компаний «Фармконтракт». Надо сказать, что в связи с такой макроэкономической ситуацией, геополитикой и высокой конкурентной средой, многие компании ищут возможность, чтобы выпускать продукцию наиболее конкурентную, наиболее востребованную, чтобы был прорыв. И для этого необходимы идеи. И надо сказать, что идеи-то они существуют. И такой вот блестящий пример – это вот Томский государственный университет, это разработка такого достаточно инновационного продукта, технологии – это глиоксаль. И в Томске эту проблему решили, они имеют эту технологию. Но вот хотелось бы всех поприветствовать на нашем треке «Биотехмед», сказать, что эта площадка как раз придумана для того, чтобы мы могли все вместе обменяться опытом для того, чтобы можно было те идеи, которые имеются на сегодняшний момент, выводить на нужный уровень, чтобы вот эти стартапы, которые формируются, можно было превратить в законченную идею и реализовать как готовый продукт. Надо сказать, что это большое, действительно необходимое мероприятие, что-то Generation S, это достаточно мощный стимул для будущих партнеров, для того, чтобы можно было вывести все то, что где-то скрыто. И хотелось бы сказать, что большую надежду мы вкладываем вот в эти проекты. Совместная работа нашей компании с нашим стратегическим партнером Томским государственным университетом вот, привела к тому, что у нас сейчас образуется такой вот в холдинге структура малотоннажной химии на основе продуктов глиоксаля.
Поэтому вот проекты живые, они должны жить дальше. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Если можно, я сразу дам часть по биотехнологической. Сибиофарм, одна из крупнейших заводов, активно действующих в области биотехнологий. Александр Николаевич. Спасибо. Уважаемые коллеги, я бы здесь предложил рассмотреть такой вариант по поводу поддержки развития стартапов и как можно более быстрой коммерциализации разработанных проектов. Значит, я имею в виду использовать возможности имеющихся пилотных линий и пилотного центра для масштабирования разработок в области микробиологического синтеза, в том числе не только вот то, что касается сельского хозяйства, это вопросы экологии, нефтедобычи, здравоохранения, легкой и пищевой промышленности. Это то, что мы выпускаем по спектру. Но здесь я хотел бы отметить такой момент. Вот в первом квартале этого года 20% реализованной продукции составила продукция, произведенная по контрактному производству. Это по заказу саратовских предприятий и Петербурга. Значит, при том, что общий рост первого квартала выпуск продукции к первому кварталу прошлого года составил 195%. Это и реальное импортозамещение. Но важно, что вот я говорю, это то, что пришли малые компании со своими заказами на контрактное производство. И здесь мы открыты. Это и работа с акселератором нашим томским. Это Сибирская биоинициатива, учрежденная Томской областью, Новосибирской, Алтайским и Красноярским краем. Это вопрос реальной интеграции производства. Спасибо. Уважаемые коллеги, я очень коротко, на 30 секунд задержу, потому что у меня есть не только российские, но и транснациональные компании, что очень важно для нас. Можно даже за руку не брать, Ирина Левинских, Джонсон и Джонсон, прошу вас. За меня решили, что все-таки мне можно предоставить слово. Большое спасибо. Сегодня, буквально 30 секунд, не отвлеку вашего внимания больше. Сегодня спорили мы долго о том, нужны ли стартапы таким корпорациям, как наши, и нужны ли, то есть и обратная взаимосвязь. Скажу вам так, нужны. И вот именно поэтому второй год подряд мы здесь. Первый год мы присоединились к команде экспертов на этапе полуфинала. Сейчас мы хотим принимать участие в том числе и в акселерационной программе. Это уникальный шанс для нас. То есть мы все прекрасно понимаем, что рынок биотехнологий – это настолько длительные труда, энерго, материально емкие затраты, то есть насколько это все длительно по времени и настолько это все дорого стоит, что такие транснациональные компании, как наша, они не работают в одиночестве. Во всем мире мы работаем в кооперации с академическими институтами, с университетами, со стартап-школами, с бизнес-инкубаторами. И именно так мы ищем по всему миру инновации, то есть те самые идеи, которые могут изменить жизнь людей к лучшему. Мы считаем, что Generation S – это великолепный шанс для российских стартапов быть увиденными, быть услышанными, а мы со своей стороны готовы поделиться нашим опытом, нашими компетенциями, нашей экспертизой на всех этапах. То есть от этапа фундаментальных исследований, переходя к этапу уже практических исследований и после этого перехода к коммерциализации продукта. То есть здесь компетенции такой компании, как наша, я считаю, были бы неоценимы. И мы очень рады быть и в этом году партнером Томского государственного университета, партнером РВК. Большое вам спасибо за это, большое спасибо за доверие. Большое спасибо, Ирина. И, наконец, презентация трека «Телеком». Я уверен, что я буду услышан в своем желании быть кратким и емким. Спасибо. Сергей Деревцов, НТС, Оксана Жгун, Высшая школа маркетинга и развития бизнеса, НИУ, Высшая школа экономики. Кто будет? А я так и сказал. Я сказал НИУ, ШЭ. Здравствуйте, коллеги. Несмотря на то, что наш трек седьмой, мы надеемся, что в рамках проекта Generation S наш трек станет одним из флагманских треков, потому что представляет его флагманская компания в области телекоммуникаций, компания МТС. Компания МТС входит в этот проект своим корпоративным конкурсом
«Телеком Идея». «Телеком Идея» в этом году отмечает уже 5 лет. У нас достаточно хорошая история, и есть уже проекты, которые на сегодняшний день получили старт и продолжают свою жизнь в рамках, получили старт, вернее, в рамках «Телеком Идеи». Достаточно известные проекты «Кнопка жизни», «Лесной дозор» и многие другие проекты. И наше вхождение в Generation S, на наш взгляд, позволит увеличить количество и качество интересных проектов в области телекоммуникаций и сократить путь инноваторов и предпринимателей к достижению тех целей, которые они для себя ставят на ранней стадии развития своих проектов. Ну, здесь вот, наверное, это то, что я уже сказала. Этапы нашего проекта немножко будут отличаться от общих треков, потому что все-таки наш конкурс имеет свою историю, и сбор заявок у нас будет проходить до 25 июня. К 30 июня мы определим пул 50 проектов, которых мы предложим пройти предакселерационную программу. И также параллельно предакселерационной программе в рамках Generation S у нас будет идти своя менторская часть, поддерживаемая Высшей школой маркетинга, развития бизнеса, Высшей школы экономики. 28 июля мы проведем наш внутренний демо-дэй, где 50 проектов, которые прошли предакселерацию, представят уже свои проекты на защиту. Мы определим победителей в наших внутренних направлениях, о которых я скажу немножко позже, и определим 15 проектов, которым мы будем рекомендовать проходить акселерационную программу в рамках корпорации МТС. С сентября у нас будет проходить корпоративный акселератор. В октябре мы пригласим лучшие компании в телеком-тур международный. Ну и 5 проектов, которых мы посчитаем наиболее перспективными, мы выдвинем в суперфинал Generation S. Какие проекты мы ждем? Ну, во-первых, у нас проходят наши внутренние региональные конкурсы, и победители региональных конкурсов обязательно войдут в программу предакселерации. Те, кто будут подавать заявки, минуя региональные конкурсы, для нас очень важна будет инновационная составляющая, стадия инвестирования не ниже посевной, социальная значимость проекта для нас является важной, организационный потенциал и квалификация команды проекта и обоснование применимости предложенной разработки в бизнесе оператора связи. Внутри нашего конкурса мы определяем направления ключевые, которые для нас являются наиболее интересными. Первое – это наукоемкие академические решения, телемедицина, экологические проекты, образовательные проекты, финансы и банковские услуги и проекты в области ЖКХ. По каждому из этих направлений внутри нашего конкурса мы определим победителей, которых, собственно говоря, наградим 30 июля нашим внутренним, так скажем, финалом, на нашем внутреннем финале. Теперь я передаю слово Сергею, который расскажет, а зачем все это нужно. Тут коллеги из РУК шлют смс-ки, что мы лидируем во внутреннем конкурсе презентации треков на самый лаконичный трек. Поэтому я вот, дабы выдержать это, очень ускорюсь. А зачем это нужно МТС? МТС создает инфраструктуру, запускает сеть 4G, запускает GPON. На этой инфраструктуре будут создаваться продукты, и, соответственно, МТС тоже хочет на этом зарабатывать. А почему это нужно участникам? Потому что это здорово, это весело, стильно, молодежно. Парам-пам-пам, и это очень хороший шанс вообще построить свой бизнес, ну, совместно с компанией МТС. МТС вот так, чтобы прям сказать, денег не дает в большинстве случаев, но помогает построить вот какие-то отношения, помогает, даже не помогает, а прямо вместе, собственно, и зарабатываем.
акселерационная программа – это такое окно, вот если конкурс – это некая форточка, да, вот внутрь корпорации, и эта форточка на седьмом этаже, то акселерационная программа – это уже такое достаточно широкое окно и всего лишь на втором этаже. То есть так, если подпрыгнуть, подтянуться, и можно попасть в орбиту бизнеса. Далее из плюшек – это получается пожизненный менторинг проекта. Пожизненный он потому, что пока это вот такой специальный подарок от Высшей школы экономики. Ну, то есть важно, чтобы проект экспертно сопровождался вот на протяжении всего своего цикла, пока мы его интегрируем в структуру компании. Ну, и если история каким-то образом не складывается, то это не означает, что проекту надо опускать руки, а можно как бы шагать дальше в светлое будущее, и поможет ему в этом Высшая школа. Далее телеком-тур. Телеком-тур – это такая замечательная поездка, которая проводилась уже вот во многих разных странах. Это мы знакомимся с инновационной инфраструктурой стран. Куда будет в этом году, я не скажу, потому что это секрет, это некая такая интрига, но мы ее анонсируем 30 июля. Ну и дальше команда проекта, на самом деле она несколько больше. Здесь вот представлена так вот в каких-то ключевых персонажах. Собственно, дальше идет слайд с партнерами, и спасибо.